Друзья, всем привет! Значит, сегодня буду делать декоративную штукатурку в виде кирпичной кладки. Ну и, конечно же, покажу, как и из чего я ее делал. Значит, основание имеет такой вот вид. Это перетянуто на толщину зерна стартовой штукатуркой. Ну и дальше я приступаю непосредственно к самому долгому, к самому такому немаловажному этапу работы, это наклеивание скотча. Повторюсь, это времени занимает, отнимает, точнее, он очень и очень много. Значит, размер моего кирпича по высоте, то есть он стандартный, по высоте 60 мм, по длине этого кирпича 250 мм. Значит, я рулеткой отмерил 60 мм, выставил лазерный уровень, и уже по лазерной линии я наклеиваю этот скотч. Значит, друзья, можно, конечно же, делать разметку и с помощью обычного уровня. Да, я согласен, это можно делать. Только в тех случаях, если у вас нет лазерного уровня. Почему? Потому что при помощи лазерного уровня я очень много времени экономлю. Очень много. Повторюсь, это очень такой момент работы, который очень много отнимает времени. В общем, клею я по лазерному уровню. И клею сначала горизонтальные линии и оставляю я хвостики по краям. Здесь три стены и есть дверь на, ну, то есть вместо одной стены там полностью стоит одна дверь. Вот и на эту дверь я оставляю хвостики, чтобы потом в дальнейшем было легко удалить оттуда наш скотч. И еще как бы немаловажный такой момент, то есть при наклеивании скотча его не нужно растягивать. То есть вот какой он есть, так его и нужно наклеивать. Иначе он может быть, ну, он будет в напряжении и может отклеиться, и туда попадет как бы потом штукатурка. Ну и после наклеивания всех горизонтальных линий я приступаю к наклеиванию вертикальных линий. Здесь также я рулеткой отмечаю 250 мм и по этой лазерной линии наклеиваю скотч. Наклеиваю скотч и отрезаю строительным ножом, ну или канцелярским ножом, кому как нравится его называть. Вот, отрезаю так, чтобы эта вертикальная линия, скотч с вертикальной линии не выходил за пределы горизонтальной линии. И как бы еще такой немаловажный момент, то есть штукатурка, на которую вы наклеиваете скотч, она должна быть полностью сухой. Не только внешний слой, ну то есть самый наружный, а она должна полностью быть сухая и хорошо загрунтована. А грунтовка также должна быть хорошо высохнуть. Тогда у вас будет скотч держаться хорошо, и вы не будете переживать, что он отклеится. Ну и так, кирпичик за кирпичиком я как бы размечаю, устанавливаю уровень и все это проклеиваю. Это самый долгий этап работы, но он самый важный. Вот как вы наклеите эти кирпичи, если будет у вас горизонт и вертикаль. Вот 16:46, начал я клеить, было 8:15. То есть я целый день потратил на оклеивание этого скотча. И также стены ваши должны быть ровные, как вертикально, так и горизонтально, потому что все это, вот, и наклеить его нужно, скотч это тоже, чтобы были ровные прямые линии, иначе у вас все это, ну, то есть в дальнейшем это будет бросаться в глаза. И если будут линии кривые, то и кладка, соответственно, у вас будет кривая. Значит, дальше я буду делать штукатурку. Это гипсовая штукатурка Хабис. Она более
жизнеспособность у нее немножко выше, чем у, скажем, там у Волма. Вот. И колерую ее, значит, коричневую пасту применял фирма Polish, по-моему, и немножко черной добавлял. И также хочу забежать немножко вперед, сказать, что при высыхании конкретно эта штукатурка с этими колерами, она светлеет и светлеет достаточно так нормально. В общем, на вот это ведро я использовал коричневого 70 миллиграмм. Миллилитров и немножко там совсем чуть-чуть добавлял черного. Ну, я думаю, что чтобы он был более такой темный, то на вот это ведро нужно как раз 100 миллилитров один флакон выливать коричневого, ну и добавлять черный. Ну, хотя черный можно и не добавлять, но я так почему-то вот добавляю всегда черный. Ну и приступаю как бы к нанесению уже этой штукатурки. Наношу я шпателем, вы же можете наносить тем, чем вам больше нравится. Ну, мне больше нравится наносить шпателем, поэтому я наношу именно шпателем. И еще, друзья, как бы, ну, здесь вот мы делаем имитацию кирпича или клинкерной плитки, да, наверное, больше клинкерную плитку мы имитируем, чем кирпич. Клинкерная плитка, она имеет толщину порядка 8 миллиметров. То вот что хочу сказать, что конкретно вот за эту штукатурку, вот за гипсовую штукатурку, вот Хабис, хочу сказать, что не нужно наносить слой 8 миллиметров. Максимум это 5 миллиметров. Ну а так вот 3-5 миллиметров этого будет достаточно. Почему не нужно наносить 8 миллиметров? А просто потому, что когда будем снимать скотч, оно будет колоть углы. И это будет не в одном месте, а это будет множество мест, где будут колоться углы. Поэтому не нужно наносить 8 миллиметров. Ну, если, конечно, у вас какое-то небольшое панно, и оно еще будет, когда вы будете снимать, оно на этот момент будет еще практически совсем сырое, то да, то здесь можно нанести 8 миллиметров и сымитировать клинкерную плитку. А если у вас некий объем, то лучше этого не делать. Повторюсь, 3-5 миллиметров. Ну и вот я нанес первый слой. Как видите, я нанес его просто шпателем, как бы сделал ровную гладкую поверхность. И теперь я хочу заколеровать, сделать штукатурку темнее, чем наш первый базовый слой. Сюда я добавляю, у меня было два тюбика этой коричневой пасты. Вот, вы можете подумать, что здесь очень много льется. Нет, это я туда добавил воду, все это размешал, ну, чтобы смыть со стенок, и добавил сюда. Ну, вот получилось, визуально получился темный такой цвет. Ну и теперь с помощью кельмы венецианской все точно так же, как делаю декоративную штукатурку «Карта мира». Все точно так же отторцовываю ее в ведре и переношу на стены. Также вращаю эту кельму, чтобы эти островки, они не были как бы, не был у них направленный рисунок. И переношу на стены. Здесь порядка 10 квадратных метров эти стены. И вот я сделал, сначала нанес на все 10 квадратных метров первый, это базовый слой, а затем наношу уже поэтапно, то есть по одной стеночке или по некому там по пару квадрат, как бы наношу вот эти, делаю островки.
И теперь приступаю к сглаживанию. Сглаживаю так же, как и карту мира с помощью шпателя. И если карту мира я разглаживаю эти островки в разных направлениях, как бы их увеличиваю в объеме, то здесь все-таки имитация кирпича, и кирпичная кладка у нас лежит горизонтально, поэтому я и сглаживаю все это горизонтально. То есть не в разных направлениях, а вот именно по горизонту. Ну, изгладил и пошел дальше, то есть наношу на следующую стену. Ну и все так же повторяю, то есть сглаживаю и стараюсь сглаживать горизонтально. Друзья, штукатурка на самом деле очень простая, то есть здесь сделать ее может любой и каждый, который может держать шпатель в руках. Но вот хочу сказать, что наклеивать скотч здесь нужно запастись терпением и иметь железные нервы. Ну и после того, как я разгладил эти островки шпателем, я уплотняю венецианской кельмой, уплотняю материал и придаю ему некую, ну, чтобы он был гладкий. Ну и такой вот имеет результат. В принципе, то же самое, что и карта мира. Но повторюсь, эта штукатурка, она у нее жизнеспособность намного выше, чем у Волма. Ну и теперь, друзья, приступаем к самому, пожалуй, интересному из всего этого процесса, это снятие этого скотча. Вот именно для этих целей и нужно оставлять хвостики, чтобы можно было спокойно подрывать и удалять этот скотч. То есть это я делаю сразу после, вот как я уплотнил материал, и все, и я сразу приступаю к удалению этого скотча. Вот я тащу горизонтальную линию, и она подрывает вертикальную линию, и затем есть возможность схватиться за него и удалить. Ну и вот, друзья, начинает вырисовываться уже наша кирпичная кладка. Сразу оно меняется, меняет вид. Процесс очень интересный. Но повторю, что много отнимает времени именно наклеивание скотча. А так процесс просто удивительный и интересный.
Да, и друзья тоже, вот многие задают такие вопросы, а можно наносить там декоративную штукатурку на неподготовленные стены? Что значит неподготовленные? Ну, вот кривые там такое. Можно, если у вас устроит как бы конечный результат, то это ваше дело, наносите. Но я склонен к тому, что нельзя. А в кирпичной кладке так вообще этого делать нельзя, потому как, ну, у вас будет вверху целый кирпич, а внизу он выйдет наполовинку. Куда это годно? Никуда это не годно. Ну и вот, друзья, то, о чем я говорил, что если побольше слой, то он начинает рвать углы. Вот здесь вот есть места, где углы подорваны. Но это как бы не критично. И теперь, друзья, я приступаю к нанесению лака. Лак по камню с эффектом мокрого камня. По-моему, полуматовый или полуглянцевый. Здесь уж точно не помню. Извиняюсь за это. Ну вот, как видите, он посветлел. И так прилично он посветлел, этот кирпич. Но после лака он потемнеет. Ну, конечно же, он не будет такой, каким он был в сыром виде. Все равно он будет немножко светлее. Но и не такой светлый он будет, как вот он есть сейчас, где на нем еще нет лака. И также, в общем, лак я наносил в два слоя. То есть я нанес первый слой, затем подождал, когда этот лак высохнет, и затем нанес второй слой. Наношу кистью, ну, чтобы этот слой лака, он был, скажем, равномерный, как, ну, то есть и шов этого кирпича покрыт лаком, и сам кирпич вскрыт лаком. То есть валиком он вскроет только, скажем, макушки, ну, либо кирпич, а вот в шов не попадет, поэтому здесь нужно лак наносить кистью. Да и под лаком он смотрится совершенно по-другому. Процесс, повторюсь, очень интересный. Ну и результат, я думаю, тоже достойный. Ну вот такой вот имеет вид, он уже полностью, когда лак на нем полностью высох. И вот таким образом мы превратили этот коридорчик. Такой прекрасный имеет он вид. Здесь я уже все закончил. Установлены розетки, звонок. Установлен светильник. Осталось дверь помыть, конечно. Ну и так вот выполнена эта кладка в углу. То есть, ну, полностью имитация кирпича. Ну а на этом, друзья, все. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и пока-пока.